1986 год. Когда я впервые увидел этот фильм, я подумал, что он опоздал с выходом на несколько лет. Этот эзопов язык далекого будущего показался мне уже неактуальным. Ведь время относительно, это-то вы понимаете? В стране была объявлена перестройка, и язык кухни вышел на улицы. Позже прорезался натуральный язык советских людей, а потом самолегализовался и мат. Казалось, что киношные «ку» и «кю» уже утратили свою актуальность. Но время шло. А время-то – штука относительная. И это мы теперь хорошо понимаем. Где найти те слова, которыми можно достоверно описать происходящее и не нарваться на гнев и циклопов? О, где вы, эзопы будущего! А языки чатлан и пацаков, похоже, достаточно точно транслируются искусственными интеллектами наших дней. Ку. Cool.